Итак, дорогие друзья, я всех приветствую на канале. И в сегодняшнем видео я вам расскажу вот об этой плитке. Это у нас керамогранит белый 600 на 600. Здесь у нас укладывался керамогранит кераминовский, керамин, мультиколор PN7. Но в принципе, друзья, у любой фирмы, у Эстимы, у Эталона, Уралкерамика, у любой практически фирмы есть керамогранит одноцветный, он может быть белый, может быть серый, молочный, разных цветов. И вот эти вот плитки очень бюджетные. То есть вот эта плитка конкретно стоит за метр квадратный $10,5. И у любой фирмы можно найти вот такую вот плитку, которая будет стоить около $10 плюс-минус. И можно ее брать, укладывать. И будет еще и лучше, ну, по крайней мере, не хуже, чем та же плитка за $20 или за $30. Но есть некоторые нюансы, когда мы такую плитку укладываем. И в этом видео я расскажу, на что обратить внимание, как можно сделать, чтобы не допустить, так сказать, распространенных ошибок. Именно вот эту плитку этой фирмы я укладывал уже многократно из разных партий, и поэтому могу вам сказать точно, как она будет эксплуатироваться с течением времени и какие возможные у нее есть дефекты, и на что обратить внимание, когда вы ее приобретаете. Потому что бывают партии, когда плиточка совсем не годится. Давайте, дорогие друзья, начинать по порядку. Первое, друзья, покупая вот такую вот плитку за $10, ждать от нее совсем уж идеальной геометрии не приходится. То есть здесь как получается? Иногда вот эту же плитку, вот эту же, да, которая сейчас лежит на полу, покупали люди, и реально была действительно четкая геометрия до миллиметра. И ее можно было укладывать, да, не в разбежку, вот как здесь, а вот, ну, чтобы... Плитка к плитке. Поняли, да? Не вот так вот в разбежку, а вот так вот. Но такое, дорогие друзья, бывает. То есть, если вы приобрели, разложите там два ящика плитки и сделайте квадрат. То есть, мы вот ложим раз плитку, два плитку, три плитку, четыре плитку. И смотрим, да? Если у вас швы везде получаются четкими, аккуратными, эту плитку можно укладывать и не таким способом, а вот так вот, как бы, чтобы швы везде совпадали. Но, друзья, здесь есть нюансы. Может попасться вам, допустим, вы приобрели 15 пачек плитки, и может попасться, да, как бы, если там, допустим, 2-3 плитки попадется неровные, ничего страшного, но если их процентов 10-15 неровных плиток, то перебираться, да, это уже будет очень долго. Поэтому, первое, если плитка действительно за $10, вы ее проверили, у нее правильная геометрия, я имею в виду, плитка должна быть квадратной, идеально квадратной. А бывает, когда плитка, допустим, идет вот здесь вот, допустим, 90 градусов, вот здесь вот 90 градусов, а здесь вот бывает чуть-чуть не 90 градусов. И получается разбежка 2 мм. Уже когда разбежка по плитке идет 2 миллиметра, да, она неровная, уже ложить вот так вот, да, чтобы швы везде совпадали, будет некрасиво. Тогда или швы нужно делать большими, да, или и тогда это более-менее нивелирует, или подрезаться, ковыряться, в общем-то, первое. Проверяем, если она четкая по геометрии, можно ложить, чтобы швы везде совпадали. Но если у вас плиточка кривоватая чуть-чуть, как в нашем случае, да, то можно ложить вот таким вот образом, да, и в принципе, друзья, еще лично, вот честно скажу, по мне, оно и более красиво смотрится. То есть, вот так вот. Главное рассчитать, мы здесь как рассчитали, то есть, чтобы были одинаковые подрезки. Вот видите, вот эта вот подрезка у нас 25 сантиметров, вот там вот тоже 25, одинаково. По 25, да, вот эти, которые большие, по 55, по 55, здесь то же самое, по 40, по 40, да, и тогда вот будет такой красивый, в принципе, аккуратный вид.
Конечно, было бы некрасиво, если бы здесь были такие вот куски везде маленькие. То есть четко рассчитываем, и тогда оно будет везде аккуратно смотреться. Здесь у нас кухня, вот будет до сюда, и здесь тоже будет вот здесь до сюда вот станет кухня, но видимая зона все равно будет 40. И с той стороны 40. Поэтому второе, дорогие друзья, если плитка, вы видите уже, вы ее разложили, и она у вас кривоватая, да, можно использовать вот такую раскладку плитки, и тогда вы сделаете все четко. Здесь уже эти миллиметры заметно не будут, да, и вы сможете все здесь разогнать. Третье, дорогие друзья, что хотелось бы сказать. Для такой плитки, недорогой, за $10, если у нее нечеткая геометрия, лучше использовать шов, делать побольше. Здесь мы использовали крестики 1,5 миллиметра, да, но за счет того, что у нас плитка вот с такой вот фаской, да, везде, шов реально получается 2 миллиметра. Но, друзья, скажу вам честно, это довольно еще нормальный шов, плитка 600 на 600, да, и такой вот шов, в принципе, 2 миллиметра, довольно аккуратно смотрится. Поэтому сделать его, эту плитку со швом 2 миллиметра, тоже неплохой вариант. Это было третье. Что может быть еще, дорогие друзья? Хочу вам показать. То есть, вот у такой плитки недорогой, что может быть? Вот сюда вот давайте посмотрим. Видите, с этой стороны вот такое вот расстояние, угол отделан. Да? То есть, почти глазурь с краем заподлицо. А вот с этой стороны, видите уже сколько? Здесь дельта 1,5 миллиметра, вот эта штука вот у нас получается. И поэтому шовчик получается уже чуть-чуть нечеткий. Поняли, да? То есть вот с этой уже, с другой стороны, уже одинаково идет, более-менее, да. Это вот с такой недорогой плиткой тоже может быть, да. И вы же понимаете, если мы ее улаживаем шов в шов, допустим, то вот здесь у вас уже швы будут автоматически неровные, да. Поняли, да? Потому что с одной стороны она вот так вот ляжет, со второй вот так вот. Когда вы зафугуете, вот здесь шов будет в этом месте потолще. Это, дорогие друзья, может быть с такой плиткой. Поэтому я вам могу посоветовать следующее. Если вы будете укладывать вот такую вот недорогую плитку такого формата, вы ее лучше, и вы ее посмотрели, она кривоватая где-то, да? Вот такие вот неоднородные фаски, неравномерные, да? То не нужно вам грузить себе голову, думать, как сделать лучше. Просто берите, укладывайте ее вот так вот с разбежкой, делайте, используйте СВП или крестик 1,5 миллиметра, так, не надо здесь миллиметровые крестики использовать, побольше, да, и все будет нормально. Главное вам здесь рассчитать, чтобы были аккуратные подрезки, и за $10 вы уложите себе пол, и не будет никаких проблем. Швы получится 2 мм, но для плитки 600 на 600 это довольно нормальный шов. Подберите красивую затирку, да, и все будет нормально. Это вот я про укладку, про раскладку плитки. Давайте сейчас еще расскажу по геометрии плитки. То, что она у нас не идеально квадратна, это я уже говорил. То есть попадаются плитки, где нечеткий квадрат, и чуть-чуть идет по диагонали. Это понятное дело. Но вот так вот по ровности, да, вот по этой вот ровности, эта плитка будет еще и лучше, чем там какая-то испанская, китайская и прочее. А, ну, по крайней мере, она не хуже. То есть здесь я вам уже не буду показывать, но просто если положить правило, максимум на всю длину будет 0,5 миллиметра. Можно выбрать достаточно нормальную плитку, вот за такую цену, чтобы она была достаточно ровной. Дальше еще хочу рассказать про износоустойчивость. Смотрите, вот эта плитка как бы керамогранит, да, керамогранит. Но, как известно, керамогранит бывает разный, да. То есть эта плитка, она не будет уже
такой прочной, допустим, да, как некоторые другие плитки. Допустим, вот у керамина есть это мультиколор, а есть моноколор. И в принципе со всеми керамогранитами вот есть такие, грубо говоря, два класса. То есть эта плитка достаточно устойчива к царапинам, да, каким-то вот таким вот дефектам. То есть если мы, допустим, вот сейчас вот, да, возьмем ножик и где-нибудь вот поцарапаем ее, да, ну, вот так вот, да. Видите, чуть-чуть такое вот видно. Такие вот, как бы, как рисуют по металлу. Но эти штуки довольно легко стираются, да. То есть таких вот дефектов, как, допустим, мы где-то что-то потянем металлом, да, а это все сотрется. Но если, допустим, вот взять уже уровень, да, и так вот очень сильно придавить, то уже след на вот этой белой плитке останется. Это вы должны понимать. То есть в местах, где там как коридор, допустим, проходной, да, торговый зал и прочее, эту плитку, конечно, бы я не укладывал. Тогда лучше брать что-то более износостойкое. Но для дома, для кухни, для коридора, допустим, да, в общем-то, для квартиры, этот вариант будет нормальный, ничего с ней не случится. У меня эта плитка лежит в другом месте, больше 3 лет, у людей я ложил, для дома, в общем-то, никаких вопросов нету. Единственное, конечно, при входе где-нибудь, да, если у вас частный дом, там, где у вас будет много камня, где там каблуки, тогда вы можете ее, конечно же, поцарапать, да. А для квартиры может быть. То есть вы это должны понимать, что она нормальная в эксплуатации, но вот не любит таких вот царапин, особенно металлом, чем-то вот таким вот твердым. А так вполне рабочий вариант. И, как я еще говорил про выбор плитки, да. Люди покупали эту плитку, на коттедже я ложил, целый первый этаж. Вот скажу вам честно, эту плитку за вот эти $10, она была вообще и ровная вот так вот, да, и четкая геометрия, она была квадратная. Просто супер, можно было укладывать, никаких вопросов нету. Но это не всегда так получается. Иногда, вот видите, смотря какая партия, купил, и уже начинаются такие вопросы. Поэтому лучше, конечно, посмотреть, да. Потому что бывают случаи, когда купишь, заказал 200 метров плитки, она приехала, и вообще ужасно, да. То есть могут у нее быть неровности и по 2 миллиметра, по 3 миллиметра. И такая вот вся корявая. И вот это вот покрытие на просвет такими волнами идет. Да. Такое, дорогие друзья, может быть. Это нужно проверить. И еще бывают вот эти вот штуки, фаски, да. Проверьте. Они бывают везде вот такие небольшие, да. Вот как вот здесь. Вот. Везде бывает небольшая эта фаска. А бывает вообще вот такая здоровая, да. Такие вот. То есть тут еще, тут где-то 1-1.5 миллиметра, куда ни шло. Но бывает она вообще такая здоровая, да. Тоже на это обратите внимание. Ну что, друзья, так, я еще хочу сказать про покрытие этой плитки, да. Очень приятное покрытие, вот для ног, да. В ней очень приятно ходить, как бы босому, в носках. Она такая, как бы, ну, как будто она мягкая, то есть она такая матовая. Просто супер, приятно на ощупь. И второй плюс, тут, конечно, это не будет так видно, но вот когда мы смотрим на просвет, никаких вот таких вот полос, вот таких вот, в ней абсолютно нету. Есть, да, дорогая плитка, по 30 баксов за метр квадратный, когда вот так вот мы на просвет смотрим, вся вот так вот. Или вот углы эти изогнуты. Здесь же, да. Ну, дорогие друзья, тут так телефон не передаст, но поверьте мне на слово. Вот эта именно плитка по своей вот этой вот ровности, да, и по однородности вот этого покрытия, это будет топчик. Итак, поэтому можно брать, делать цвета, дорогие друзья, могут быть разные. И за $10 вы можете вполне себе сделать нормальный пол. Можно положить ее на стену, куда угодно. Вот так вот, давайте подытожим. Берите такую плитку, ложили много плиток, да, различных фирм.
по своей ровности, по своей как бы геометрии, она может быть ничем и не хуже, чем даже дорогая какая-нибудь испанская плитка. Потому что иногда испанскую люди купят, а качество еще похуже. Но чтобы я вам дам вот такие универсальные советы. То есть, когда будете покупать, посмотрите, скройте пару пачек, да, посмотрите, разложите вот так вот 4 плитки, покрутите их туда-сюда, чтобы не было совсем уж большой разбежки. То есть, чтобы она была максимально у нас квадратная. Плюс-минус, понятное дело. Это во-первых. Во-вторых, посмотрите, чтобы вот эти фаски были более-менее везде аккуратные, да. Чтобы не было здесь вот таких вот некрасивых углов. Это второе, посмотрите. Третье, посмотрите, чтобы она вот на просвет, сейчас у нас фокусируется, на просвет вот таких вот волн здесь не было. И вот если все это нормально, смело берите и укладывайте. Дальше, лучше укладывать все, конечно, все-таки со швом побольше, 1,5 мм, да, как бы 2 мм, чтобы скомпенсировать возможные неровности плитки. Ну и вот такую раскладку, дорогие друзья, можно использовать. Она будет универсальной. Если как бы где-то что-то у вас и неровно, да, вот здесь вот у нас были плитки, некоторые, у которых не было диагонали 2 мм. Но так никогда ты в жизни не увидишь. Оно все разогналось и все выглядит нормально. Вот так вот, дорогие друзья. Ну вот так вот, все, что хотел, я вам снял. Покупается плитку, может она быть, $10 метр квадратный, керамогранит. Поверхность нормальная для кухни, если сильно не царапать, каблуками вот так вот не водить. Никаких вопросов с этой плиткой не будет. Будет она у вас стоять по 50 лет. И все будет супер, дорогие друзья. Брать дорогие плитки, да, вы единственное, что должны понять, да, иногда люди хотят быть моднее и круче и берут там плитку за $30, за $40, да. Но в чем смысл, дорогие друзья? Вот эти плитки все, которые под мрамор, допустим, да, с такими рисунками, они действительно красивые, которые стоят там по $50. Тогда-то, да, действительно похоже на мрамор, там очень много форматов плитки, то есть принтов очень много, нету повторяющего рисунка, идеально четкой геометрии, тогда оно красиво, да. А когда покупают люди там за $20 плитку под мрамор, да, то она может быть и кривой, и рисунки повторяются. И как бы лично по мне такой вариант еще и получше смотрится. Простота, можете купить другой цвет. И будет все нормально. Вот так вот, дорогие друзья, эту плитку вот керамин могу вам советовать. Про нюансы я вам сказал. В общем-то, если так укладывать, делать шовчики чуть-чуть побольше, никаких вопросов не будут. Всем, дорогие друзья, спасибо за внимание.